Торнадо разыгрался в Канаде, в провинции Онтарио. Скорость ветра достигала 180 км в час. Около сотни жилых домов частично разрушены. 6 тысяч человек в районе бедствия остались без электричества. Основной удар пришелся на город Эссам. Там объявили чрезвычайное положение. Так же, как и в провинции Альберта, где проливные дожди вызвали наводнение. В некоторых населенных пунктах население пришлось эвакуировать.